Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц может быть назначена послом Армении в США. Отметим, что до работы в парламенте она занимала должность министра культуры. Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян прокомментировал это назначение в своем телеграм-канале. «Нам казалось, что мы достигли дна, но вдруг снизу постучали. Большой ошибкой считает вероятное назначение Макунц послом в США и политолог, глава Армянского центра американских исследований Сурен Саркисян».